Всем привет! Это полная практика прощения с Green Mind Life и Ярослав Мудр-Воронцов. Это 27 декабря, я Мария, и хочу поделиться с вами своим утренним настроением. Вы знаете, сегодня с утра я проснулась, и у меня было ощущение, что мне вот чего-то не достает, чего-то не хватает. И я вроде как сделала все свои утренние практики и должна была зарядиться, но мне не хватало все равно вот какой-то радости, ощущения внутри, его было мало. И я уже начала было подумывать, а чем я буду радовать себя сегодня, как я дозаполню то, чего мне не хватает. У меня уже начали проскакивать разные варианты, что там сделаю кофе себе, наслажусь еще там завтраком или еще чем-то. Ну и вот прокручивались, даже список целый начал составляться, что я сделаю для того, чтобы порадовать себя, чтобы наполниться этой радостью, чтобы день предначать с радости. И было не до этого, я занималась своими утренними задачами ежедневными, а потом пришло время гулять с собакой. И я собралась, и вот уже в голове все крутится список, что я сделаю после прогулки, чтобы себя порадовать. И я собралась, и выхожу на улицу с собакой, и тут меня ждал просто великолепнейший сюрприз, вы представляете? Я выхожу, а на улице снегопад. Он, да, он с дождем, он мокрый снег, но такие снежинки лопатами летали. И это просто невероятно. Для меня это было просто чудо. И я подумала, что Вселенная услышала меня. Только вчера разговаривала со своими друзьями о том, как не хватает снега. Как было бы классно, если бы выпал снег на Новый год. И да, он сейчас не лежит на улице, там все так же мокро, и все так же падает еще и дождик немножко. Но эти 10 минут снега, и как раз в тот момент, когда я вышла на улицу, у меня было ощущение, что это для меня, что Вселенная меня услышала, что Вселенная меня любит и для меня это сделала. И мне не потребовалось вообще даже никаких усилий, ни доли секунд для того, чтобы наполниться счастьем. Я сразу почувствовала внутри, у меня улыбка до ушей. Я иду довольная, как слон. И вы знаете, хотелось, как в детстве, высунуть язык и языком ловить снежинки. Для меня это было чудо. И этот заряд, он... И мне хотелось снять это видео прямо там, прямо на улице, но было темно, и не было бы видно. Я думаю, блин, как жаль, что я не могу людям передать вот это счастье, вот эту радость. И казалось бы, такая мелочь, но, блин, она радует. Эти все мелочи, они радуют. И я зарядилась, и у меня сейчас прекраснейшее настроение. Я готова идти в день с любовью, радостью и счастьем и делиться этим со всеми вокруг. Поэтому обращайте внимание на мелочи, наслаждайтесь мелочами, наслаждайтесь каждым моментом вашего утра, вашей жизни, радуйтесь мелочам. А если они не происходят по вашей просьбе во Вселенную, создайте их себе сами. Будьте счастливы, живите в любви, радости и благости. Это полная практика прощения с Green Mind Life и Ярославом Мудр-Воронцов. Мы живем на яркой стороне. Я знаю, и ты знаешь, ты можешь это сделать. Начни это делать прямо сейчас.